день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина, я нахожусь в юге. Завоз был сегодня с утра. И вот что сегодня привезли. Стоит пока что, вижу, один единственный такой фаленопсис. Это стандарт, они декорумские. Так, вроде все декорумские. А вот это, не знаю, это тоже декорумские или нет? Нет, это, наверное, что-то другое. Да, это другая фирма, вот это вот. Они в перемешку, декорумские и вот эта вот фирма. Ну, если только это тоже... Нет, мне кажется, это другая группа, потому что фирма, потому что у декорума вот такая этикеточка висит, не только обложка. Ну и вот стоит один-единственный вот такой вот. И, по-моему, как-то мне подсказывали, если я его сейчас не перепутаю с чем-то другим, то это вроде как бы Black Stripes, черные полоски. Но если я путаю, то пишите в комментариях, не стесняйтесь. Так, позади него стоит крупноцветковый такой вот темненький. Вот такая красота есть. Очень-очень красивый. Так, его цветочек загораживается веточкой, цветоносиком. Сурсонгов много. Кстати, эти орхидейки стоят 620 рублей. Уже успели наклеить ценники. Много сурсонгов. Они тоже 620 рублей. Вообще, вот все эти орхидейки, что вот все, что вот я вижу, вот во всяком случае верхняя часть, они все по 620 рублей. Они с одним цветоносом, но мультифлоры. Они вот все с ответвлениями, с бутончиками. Так, а снизу? И снизу тоже они по 620. Ой, снизу какой очаровательный стоит. Похож на вчерашнего фаленопсиса из Ашана, из нового завоза. Да, точно такой же. Стоит 620 рублей тоже. Так, беленьких тоже много. А, кстати, привезли. Так, ну, желтенький. Так, цветочек немножко один с той стороны покоцанный. Ну, снимем вот этот цветочек. Так, тут темно. Камере сложно сфокусироваться. Сижу тут между стеллажами внизу, и поэтому здесь уже темновато, хоть вспышка и работает. Вот фаленопсис, который идет у нас как Solid Gold. Стоит одна пульсация, тоже одна единственная. Они внизу, кстати, вот эти орхидейки, они уже... вот в таких простых, как их, емкостях. Так, надпись. Есть какая-то надпись, но это не название. Ну, декорумовский тоже стоит. И, кстати, я взяла, ну, по-моему, это Рим, если я не ошибаюсь. Ну-ка, у кого есть Рим? Я Рим встречала только однажды. И он был вот такого же... похожего на этот оттенок, какой-то вот такой вот непонятно розовый цвет, но очень приятный глазу. Отпишитесь, у кого есть Рим, кто его признал, Рим это или просто что-то похожее, потому что мне будет очень интересно. Мне вообще интересно читать ваши комментарии. У нас связь получается не для меня связь получается не односторонняя, так что не стесняйтесь, комментируйте видео. И много привезли вот таких очаровашек. В Ашане вот тоже такой же стоял. Стоит уже сколько времени. Их таких вот много привезли. Это не Чэнгду. Это точно не Чэнгду. Я это знаю точно. Чэнгду у меня есть. Он совсем-совсем другой. Но у Чэнгду тоже губа такой вот тигровенький, краб приятный. Но форма губы и форма самого цветка тоже у Чэнгду немножко другая. Да и цвет тоже другой. Так, это все 620 рублей. На всякий случай напомню. Вот такая очаровашка стоит. Все стандарт. И вот снова сурсонг. Ягуар стоит. И он, кстати, тоже не один. Их тоже несколько. И дикие коты тоже есть. И даже Magic Art. Я до них тоже еще дойду. Эти пока стоят на стеллажах. И я смотрю, пока они стоят, пока их никто не разбирает. Думаю, чтобы пока есть возможность, я их сниму. О!
А тут еще один такой красавец стоит. Он просто отвернулся. Немножко цветочки подвядшие. Ну, видимо, из-за того, что, может быть, не политые, может быть. Ну, хотя, уверять не могу, надо еще смотреть, что с корнями, кто его знает. Ну, вот он, оказывается, не один. Позади красавец беленький с малиновой губой. Тут сейчас будет у меня шебуршание клееночками. И эти, это палетка Лекормовская. Вот таких вот несколько очаровашек. И много привезли. Ну, не как много, несколько привезли и таких, но вообще завоз большой. Вся эта цветность, цветастость большая, приятно посмотреть. И вот какой крупноцветковый стоит очаровашка. Какой красивый. Такой вот со стороны, так, чтобы его показать, всю его прелесть. Очень красивый и довольно крупноцветковый, такой приятный такой размер цветочка. Так, рядышком стоит желтенький. Желтенький с коричневатой губой. Цветочек еще молоденький. Еще такой в полураспуске. И пока еще ярче, чем остальные. Ну, в принципе, я бы не сказала, что остальные цветочки прям сильно побелели. Ну, они тоже желтые. Вот, например. Здравствуйте. Ну, дайте чуть-чуть, я понял. О, белые, белые красотки. Так. Здесь я больше никого не пропустила, интересно. А, пропустила. Пропустила вот этого красавца. Или это сурсонг? Нет, это не сурсонг. Это... как его? Ну, в общем, цвета пыльной розы. Вот он. Это вот тот самый вот... розовый, немножко с грязью. Но приятный цвет, приятный. Теплый такой цвет. Вспышка немножко отражается на клееночке. Вот бегония освободился. Так. Ну вот сурсонг стоит рядышком. И снизу есть сурсонг, много их. Так, здесь... А, нет, они еще стоят. Я уже думала, их убрали. Вот, они тут еще стоят, эти фаленопсисы. Хотела сказать, стоят еще фаленопсисы. Они тоже 620 рублей. И здесь среди них тоже два ягуара вижу. Так. А, вот эта красотка стоит. Они, по-моему, уже с прошлого завода. Хотя нет, вижу что-то и новенькое. Рядышком стоит такой красавец. Вот такой вот. В прошлый раз я его не помню. У него немножко цветочки. Ой, сейчас я его поверну. Как-нибудь поудобнее. Вот. Вот такой у него цветочек. И стоит он, я не знаю, что это, стоит он тоже 620 рублей. Так, это все 620 рублей. И желтенькая брауни стоят. Это не брион. Это никак не брион. Это брауни, они коричневые. Брион у меня есть. Брион, он все-таки с розовинкой. У бриона бывают желтоватые цветы. Может быть, даже немножко коричневатые, но... На мой взгляд, это из-за недостаточного освещения, потому что вот мой брион тоже выдавал похожие цветы, но это не брион в данный момент. У него наоборот, у брауни наоборот, цветочки сначала розовенькие, потом вот такие вот коричневенькие они становятся. А может быть и не всегда они розовенькие сначала. Но я видела новые цветочки, прям коричневые, ой, розовенькие. И у них прям даже губа коричневая. Стоят они 1050 рублей. Рядом за 950 рублей стоят вот такие красотки.
вижу там и Равелла, а вот и дикий кот, один из. Их тут несколько. Стоят они 1350 рублей. Так вот, Равелла стоит. И Равелла не один, их два точно вижу пока. Тоже 620 рублей стоит, красавец, красавцы. Так, Андорра тоже 620 рублей. Там позади еще один цвета пыльной розы. Так, это розовенькие, их я уже вам показывала. Вот эти красотки яркие, которые по 950. Вот сколько тут сурсонгов. Вот еще одна яркая. Эти по 620. А вот еще коты стоят. И вот стоят Magic Arte. Красавцы. Magic Art тоже стоит 950. И с прошлого завоза стоят кассии. Их осталось только буквально штуки 3 или 4, наверное. Но их было очень много. Кассии тоже стоят 950 рублей. Вот. Они декорумские кассии. Желтенькие с малиновой губой. Кстати, желтенькие с малиновой губой. Что-то дороговатые. Они 1150 рублей стоят. Наверное, два цветоноса, поэтому. И парень стоит. Стоит, спрятался тут за сурсонгом, один единственный. Вот он, малыш, красавец. Так, сейчас я его получше сниму. Вот он, хорошенький. Он тоже стоит 620 рублей. У него один цветонос. Декормовский он. 620. Так, ну тут снова пуансетти, сейчас повсюду пуансетти. Зига, не один зиг, зига питаломов прям, тут несколько. Вот в прошлый раз я не смогла, не знала их цену, а сейчас она уже наклеена, 690 рублей зиги. Так, ну это дендробиумы, и дендрофаленопсисы, и нобели, и крашеные, и мельтониопсисы, это все стоит с прошлого завоза. Так, мельтониопсисы 690 рублей стоит. Так, тут что-то не отпечаталось. Плохо отпечаталось. В общем, 690 рублей. Дендробиум крашеный 1350. Белые 750. И дендрофаленопсисы 690. Так, что ли показала? А, ванды еще. А вандочки висят на стене еще. Вот они, красотки. Они еще здесь, три вандочки. Ау, ой, а их не три, их две. Просто у одной два цветоноса. Приблизилась, с приближением, они просто далековато находятся. И качество изображения страдает. Вот такие у них корешочки. В принципе, корневая у них очень хорошая. Вот один кустик. Вот второй кустик. У второго кустика тут листочки немножко опали нижние. Удобно будет, если такие коробочки. Вроде все нормально так с ней. Да нет, удобно, удобно. А это не мое, кто-то. Ой, я попытался уже руки вытянуть к ним, чтобы получше снять. Ну, буценочки здесь, мельтониопсис, что ли, стоит, или камбрии. Цветочек уже высох, засох, и я не могу понять, что это. Ну, в общем, что-то стоит из орхидей, и парочка зигопиталов стоят в буценочке. Ну и на этом, красавцы, я закончу свое видео. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал. Лайкните видео. Мне будет очень-очень приятно. Для вас это мелочь, а для меня это очень приятно. Не стесняйтесь оставить комментарии. И вступайте в мою группу ВКонтакте. Выкладывайте мне фотографии ваших прекрасных орхидей. Ссылочка на нее найдете под видео. Ой, звуки скотча. Все, все, я быстренько заканчиваю. Всем пока! Thank you.
Thank you.